оценка на данный момент, но все это не имеет никакого значения. Она проигрывает Кандис Дидье как в произвольной программе, так и в общей сложности. Балл она и проиграла, и занимает в итоге 5-е место. А Кандис Дидье поднимается минимум на 4-е. Кто бы мог подумать. Кэролайн Джанг. Спящая красавица. Вторая Ильича Чайковского. Она в произвольной программе. Молодчинка Кэролайн Джанг из Соединенных Штатов Америки. Программа, подготовленная с ее тренером Минг Джули и
сестрой знаменитой фигуристки Мишель Кван, Кэрен Кван Опегард. В некоторых частях этой программы Кэролайн выглядит настоящей фигуристкой и даже настоящей балериной. В некоторых, конечно, сущее дитё, но в общей сложности впечатления от программы очень и очень приятные. Но тут уже, сами видите, прыжкам, вопросы к судьям, что насчитают. По идее, должно быть так серьезно за 100 баллов. Но все зависит от недокрутов, отталкиваний не с тех ребер. Могут даже за эту дорожку поставить повыше, чем в прошлый раз. Не очень интересные дорожки. Судьям, наверное, кажется, что пока Кэролайн Джанг делает эти дорожки не так четко, не так реберно. Зато очень творчески. Вот видите, какой недокрут остается на льду. Вот так вот, когда прыжки не в замедленном повторе, вообще замечательно. Хотя, конечно, прыгает она порой прямо на одном месте, как она исполняет акцию, когда вообще уже...